Ну и последнее. «Подари мне жизнь» – так называется всероссийская акция, в которой активно участвует и наша центральная городская больница. В рамках акции в медучреждении проходят выставки детских поделок и рисунков, организованы просмотры фильмов, направленных на укрепление семейных ценностей. А в Благовещении будущих мам, которые лежат в отделении патологии беременных, навестила целая делегация из православной гимназии, да еще с концертом. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. На звездной полночи до сна.